Все, мы приветствуем вас в спортивном клубе «Клетка». Я уже приготовился. Слава, наверное, хочет побить по лапам. И мы сегодня покажем, как это делается. Как это можно сделать, отрабатывая сайдстеп. Да? Ну и сами сайдстеп. То есть все тоже предыдущий урок, только здесь. Давайте мы становимся. Пожалуйста, становимся фронтально. И теперь, знаете, следующее движение. Я даже специально одну лапу беру. Работаем только левой стороной. Я делаю движение, имитирую удар прямой, подмер уходит и отрабатываю. Я руку держу по линии подбородка. Само движение, главное движение на ногах. И корпус убираем. То есть все так поставим. Корпус убираем. Вот движение, корпус убираем. Все то же самое, боковой удар. Я делаю движение, руку набрасываю, подмер идет сбоку. Именно важно движение сверху перекрываем. Еще раз. И также отрабатывается на другую сторону, ничего не меняется. И здесь мы можем уже поработать, да, делать раз снизу, раз сбоку. То есть, в принципе, партнер даже сразу видит, я вот лапу держу, все, значит, уже удар снизу. Поставил здесь, пошел уже боковой, снизу, боковой. Чтобы партнер развивался чувство, работаю канат. А, когда мы поджимаем, вот мы, специально партнер, поставили здесь канат. И все то же самое делаем. Я двигаюсь на него, партнер отработал сайдстеп. Следующий момент проваливание, да, то есть, вот мы прямо сейчас специально в углу встали, можно на ту сторону уйти. Я специально делаю атаку и дальше продолжаю идти. Партнер должен сделать выход через шаг. Удар снизу, раз, и уже здесь спокойненько вышел. Обратно вернулся. Раз, два, три. Партнер дальше отработал. Боковой удар. Раз, два, три. Сядно иду на провал. Держусь и тарабатываю. Другую сторону покажем. Когда уже надо, мало ли туда не получилось, ушли там канат. Да, вы вообще в угол. Со стоечки. Здесь уже можешь со стоечки сейчас попробовать. Раз. И ушел. И ушел. Последний раз. Раз, два, три. Все, когда мы берем две лапы, здесь уже, соответственно, у нас проще появляется уже скорость. И второй вариант, когда мы делаем полностью, стоим, разворачиваемся, убирая ногу со скоком движения. Давайте под переднюю руку делаем. Со стоечкой работаем, все точно так же. Я набрасываю прямой удар, имитация. И подставляю лапу. Потом сразу со скоком, со скоком, со скоком. Взять со скоком, здесь уже медленнее получится, нам нужно движение. Раз, все, разорвались опять. Раз, разорвались. Все. И следующий момент можно, да, после этого всегда доработать, чтобы вас партнер привыкал делать работу после бокового удара, еще какую-то комбинацию. Мы сделали наброс и выход на middle kick. Наброс это именно поставить лапу. Просто аккуратнее потянуть на боксерский лапу. Раз, два. Давайте еще добавим теперь просто без руки, без ноги, руку мы сделали раз, первый удар и второй удар прямой, там боковой. У нас получается делать эти медленно, мы делаем раз, в эту же самую, два, три, в одну лапу. Раз, два, три, боковой, прямой, боковой. Сделаем все то же самое по дальней руку. Я делаю наброс. Все, партнер отскок делает. Отскок сделал. И теперь все то же самое добавить ножку, чтобы middle kick сразу отработать. Ну, или там ногой. Раз, два. Раз, два.
Все то же самое с руки добавляем. Двигали, да? Одну лапу. Я одну лапу держу. И все это сейчас спиной. Спиной стоять. Я сейчас развернусь лучше, чтобы было видно, как по атаку светлого кожу, да. Под переднюю ручку, просто отсоки. По дальнюю. Теперь добавляем ногу в переднюю. Теперь еще раз делаем. Под дальнюю ногу. И комбинация с руками. Под переднюю. Еще раз. Под дальнюю. Руками. Еще молодец, да? Вариант, когда набегаем, да, то есть специально мы сейчас бросаемся на партнера, двигаемся, и партнер где-то работает у каната, уходит в сторону, делает боковой удар, ну, мы специально туда провалились, чтобы он видел, да, на дальнюю сторону. Раз, удар. Удар. Раз, еще раз, и там еще добавим. Отсюда сразу вот как раз таки хорошо отработать с комбинацией рук. Я кину. Раз. И отсюда уже партнер может на контроле поработать с палатой. Еще раз. Раз, раз, два, три. Работай. Раз, два, три, четыре. Здесь. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Как бы если бы было бы, если было бы. Здесь есть перчатка, я бы шел бы потом. Вам показалось, что уже здесь мы дальше дорабатываем. Ну, на этой хорошей ноте мы закончим.